Ну что, ребят, здравствуйте, всех приветствую. Мы, собственно, посмотрим сегодня, что за игра. Называется Far Cry 3 Blood Dragon, да? Так как мы с вами прошли Far Cry 3 уже. Да, почему бы не начать Far Cry 3 Blood Dragon. Не играл в эту игру, не играл, не проходил и... Вообще не знаю, что это даже. Я вот первый раз запускаю эту игру. Посмотрим с вами вместе, что это за игра и... Пройдем ее. Говорят, что она довольно-таки короткая. Покороче будет, чем Far Cry 3 даже. Посмотрим. То, что поудобнее, надевайте плядик обязательно. При этом писать, так уж прям чипитика в пить или пить воды. При этом просмотра. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, ну, собственно, компания. Так, это просто, ребят, это не смотрите, просто это я смотрел, как что вообще работает и тому подобное. Так, новую игру. Да, выбрать. А, сюда, конечно. Выбрать. Ты отъебись. Для вас, герой, которым нужен поддерживающая форма. Настоящий испытание для наших настоящих героев. Бля, ну тяжело нахуй. Ну давай тяжело, похуй. Ебашим. На тяжелый. Отслеживание. Подсказки на экране загрузки могут что-нибудь подсказать. Пиздец, логично. Я думаю, это логично. Спускай по тросу, радуйтесь, что у них. Что их у нас достаточно. А, типа, что трос есть. Давай смотреть. Космос. Земля. Ближайшее будущее. Конец 20 века. Осуждаем, осуждаем. Землю охватила ядерная война. Осуждаем. Из радиоактивного пепла Америки восстанет новый солдат. Единственное, что я знаю, это типа... Это от Ubisoft, Короче, это их видение Far Cry, да... Про искусственный интеллект. Про искусственный интеллект это все дело, конечно, про будущее и тому подобное. Вот, я думаю, что такое, примерно. Эта волна, 4 удара, растет. 4 и 6. Отлично. Теперь дельта. Снижает до половины. Приводы рук и ног в норме. Ага. Киберсердце в норме 130%. Он сильный. Загружаем программу. Возвращением, сержант Рекс Пауэр Конь. Теперь вы Марк 4. Или это их версия Терминатора, не Терминатор, не знаю. Машина. Это киберсолдат. Ну тогда это было популярно, ребят. Тогда это было прям такая тема популярна довольно-таки. Еще в стиле 90-х сделано. Я так понимаю, в стиле 90-х сделано, да. Просыпайся, сукин сын. Технари говорят, ты подтормаживаешь. Нужно подкрутить настройки. Мне? Я-то в отличной форме, брат. Любой мужик позавидует. Я смотрю, у тебя одни мужики на уме. Мы почти у цели. Загружаю приказы терновника. Ваша цель — проникнуть в бункер противника и достать планы их операций. Огонь на поражение. Уровень угрозы черный. Повторяю, черный. Требования Женевской конвенции игнорировать. Так кого нам нужно разнести, лейтенант? Неважно, сержант. Но черный уровень означает одно — там полно солдат. Хреновые новости, Спайдер. Тревога! Тревога! Эртодрон 7-3 обнаружен лазерным радаром. Уклонение. Уклонение, уклонение, уклонение. Это то, о чем я подумал? Ха, прям как тогда, в Центральной Америке. Пора повеселиться. О, ебать. Ух, ебать, как хорошо. Как хорошо, блядь. Как мне нравится визуально. Ебать.
того, рот, просто мне это нравится. Мне очень нравится. Прям пока что нравится визуально. Ебать, как это красиво. Ебанешься. Ебать, блядь. Это, наверное, музыка, да, какая-то. Конечно, здесь, да, где-то что-то из Far Cry 3. Ну, да, я думаю, даже что это основа из Far Cry 3. Такая тут тема. Давай посмотрим, музыка есть или нет. Я же вроде выключил просто ее. Звук. Я надеюсь, не будет ТП. Да, здесь раз. Хорошо. Ну да, здесь основа Far Cry 3, конечно, основа Far Cry 3. Сажай нас, живо! Полет по заданному курсу. У каждого своя работа. Я ищу вход в бункер. А я их отвлекаю. Покажем этим уродам, как работают киберсолдаты. Пусть знают, что такое мать. Ебать, мне прям нравится. Сука. Let's go, гачи-мен, ёпта. Гачи-мен. Хороший мимасик, хороший мимасик. Let's go, нахуй. Ну, в стиле 90-х... Блядь. Far Cry 3, Blood Dragon. В стиле 90-х сделан. Бля, красиво. Красивая игра. Прям мне нравятся такие игры, где неончик прям охуенно сделано. Красно, классно. Навык убийства врагов с... Чё, блядь, с тяжелым оружием? Что, блядь? Ручное управление. Включай обучение. Объект сержант Рекс Пауэр Кольт. Принято. Загрузка базового руководства. Пакет 101. Армейская навигация для чайников. При скрытном перемещении оружие убирается. Ну ты и сволочь. Согласен. Пока. Социальная реклама. Нажмите это, чтобы продемонстрировать свою способность. Давайте пробел, чтобы переместить тело по вертикальной дуге. О, бионическая. Убейте меня кто-нибудь. Сука. Бля. Это не круто. Бля, мужик, понимаете. Да ебать, заебет она, блядь. За что? Бег — это как ходьба, только быстрее. Бля. Черт. Это руководство мешает вам заняться резней. Бля, ну, короче, да. Основа основ, да. Это, короче, Far Cry 3 просто переработанный в другой стилистике. Вообще, визуальный, я думаю, чуть внутренний, он поменьше, но основа взята, типа, сам фундамент, думаю, сам фундамент видно, что взят из Far Cry 3, потому что он... Те же анимации примерно, как он плавает, то же самое, то есть. Ну, let's go, что нам? Да, вот примерно то же самое. Даже, да, даже вот эти скалы взял вот оттуда. Да, все, короче, оттуда, понял. Ну, нахуй. Подкравшись к противнику, можно убить его ножом. Правда? Свой... Ох, ебать, неоновый. Метки позволят легче найти противника. Да хорошо, а можно, блять, об... О. О, здесь другая анимация уже. Ну да. Короче, фундамент, да, фундамент взят из этого, блять, Far Cry 3, понятное дело. Отвлеките противника броском дайса. Задрот. Задрот, блять. Бля, ну мемов здесь пока достаточно. Тебя,
Бля, ну я пока скажу вам, что это красивее. И больше нравится, чем Far Cry 3. Но Far Cry 3 своя стилистика там. Бан нахуй. Бля, ну не он. Бля, здесь прям красиво сделано. Неончик, че неончик. Что выполнить серийное убийство? А, ну то, что, короче, мы изучали, помните, в Far Cry 3? Давай, 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 иди туда. Бля, то не поворачивайся, пожалуйста. Ты как? Язык не порезал? Без сердца. О, бля, ну она красивее. Правда? Сука. Бля. Загрузка советов азбуки войны. Обнаружение. Датчик обнаружения появляется, когда враги могут вас... Ага, шкала заполняется. Да, да, мы это знаем из Far Cry 3. Да, да это, блядь, да нахуй ты заебал, на! Социальная реклама, спонсор данного руководства, кибер... Сука. Блядь, ебать тролли, просто тролли-разработчики, блядь. Спонсор данного руководства, киберсмазка, Кабаяси. Кабаяси смазывает будущее. Блядь, укрыться. Да ебать ты нахуй. Да ебать. Это руководство вам не, вам надоело? Купите премиум-версию руководства от Кабаяси. Пройдет игру. Бля, ебать тролли просто, блядь. Вот на в то время, вот Ubisoft, блядь, реально. Просто троллила, видишь как? Видишь, как троллила Ubisoft просто, блядь, игроков. Да ты заебал, блядь. Да елыш, ненавижу долбанное руководство. Особенно это. Согласен, мужик. Ох. Ох. Ох, сюда, папочки, такой он. Добрый. О, это снайперка. Бана. Лучше отключить сигнализацию, пока врагов не стало больше. Да поебать вообще. После убийства ножом. Не оставляйте никого в живых. Хорошо. Если шкала заполнена, враг может вас видеть. Подкрепление. О, это, бля, она прям красива, мне прям нравится. Бля, ну они прям. А с писта как? О, такой пес мне в Far Cry 3 не хватало. Такого писта мне в Far Cry 3 прям не хватало. Держи, блядь, заебал. Такого писта мне в Far Cry 3 реально не хватало. Бум. Так, поехали, рауны. Вон. Бан нахуй. Еще один сгорел на работе. Да. Здесь, конечно, все сделано для того, чтобы просто веселиться, так понимаю. Именно мне это нужно. Хуйня. Опасненько, опасненько.
Ну подождут они, подождут. Да, дрова здесь, я думаю, получше есть даже. Как тебе головоломка? Бля, вот это прям оружие мне прям нравится. И снайпал. Бля, красиво, красиво. Мне прям нравится эта игра. Очень нравится. Пока что. Прям суперская. Вот прям хочется за ним присядчить пойти просто. Да ебать! Вложу в работу, все, сердце. Да, на аптечке кончились. Папочке нужно лекарство. Так, ну помню. О, сюда. Сюда. Так. Задача выполнена. Терновник, почему не сказали, что это Омега? Это уже не Омега. Слоун спятил, мы должны... Смотри, голов Марии, блядь, ты видишь? Ты видишь, как проработали? То есть стреляешь им они. Мать, видишь, нету их? Нет. Ну, этих кибер этих нету. Рекс. Это Слоун. Полковник Айк Слоун. И я с ним служил, Спайдер. Кто угодно мог тронуться, но не он. Так ты готов садить старика пулю? Давай доберемся до места, а там разберемся, что к чему. Это нас, их надо лутать 100%. Да, давай посмотрим хотя бы всю местность. Бля, ну она прям ебать красиво. Ну это да, из Far Cry 3. Бля, ну красиво, неончик, мне прям нравится. Бать, я обожаю такое, мне прям... Прям просто визуально кайф. Прям хочешь... Вот хоть сейчас просто пройти и все. О, ебать. Да, это точно Омега. Девять еще гранат, прикинь. Уничтожьте всех бойцов Омеги, защищая Спайдера. Бля, погнали. Напоминаю, после убийства ножом можно выполнить... Ой. Аккуратненько. Красиво, красиво. Ой, вот это опасно, все. Пососал ты бибу, ебать, мне нравится, сука, блять, хочется просто сесть и просто проходить, 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 пока она не закончится, блять, реально. Бля, мне прям очень нравится, просто у меня наслаждение такое, ебать. Кайфовая игра. Это же универсальный сборщик 8000-й модели. Из-за них в Детройте людей рабочих вообще не осталось. Извини, но мне это нужно. 22. И смотри, туда. Киберсердца даже есть. Всех ублюдков, и еще очки киберсердца. Используйте мостки, чтобы подкрасться к врагам и оказаться прямо над ними. Ща, мать, подожди. Сейчас папочка все перезарядит. О. Поехали. О, сейчас будет, блядь, дайте мне пулемет сюда, это вообще прям пизда до темы.
Где, блядь, я не вижу его. Ебать, добрый вечер, ребятки. Как поживаем? Бля, нет, сюда пулемета не хватает. Сюда пулемета прям не хватает. Оно еще, смотри, регенится. Ебать, вообще ничего не прокачать не нужно, что ли? Far Cry 3 мы, блядь, специально, да, все делали, чтобы прям все бы работало. Тут сразу все есть. Так, let's go. Огонь. Теперь ищем сено. Ага. Опять разбитое сердце. Всех полутаю, ребят. Быстренько. Вот так. Не так. Опа, подожди. Не так долго будет. Все, думаю. О, баксы сразу. Прям вот здесь заход хороший, да, прям хороший, прям с приколов, с мемов сразу. С экшена прям, ебать, мне прям нравится. Бля, надеюсь, я не разочаруюсь от этой игры. Я прям надеюсь. Потому что мне пока все нравится. Броник просто лежал. Да, тут анимация прикольная, оружие. Так, чё? Куда нам стоит сюда? Слышал, их еще используют для проверки новых боеголовок в канадских пустошах. И что внутри? Думаю, лучше не знать. Понял, наверное. Задача выполнена. Сервер найден. Вот он. Ебать. Мы нашли сервер. Сливайте данные. Давай колдуй, лейтенант. Эй, завидовать старшим нехорошо, братишка. Тревога. Попытка взлома в бункере Кимпл. Введите пароль. У вас 20 секунд. Спайдер. Черт, да знаю, я знаю! 5, 4, 3, 2, 1. Система безопасности включена. Предстартовая проверка. Подготовка к удару по штабу противника. Вертодром, засек тепловые сигналы. Много, движутся к вам. Готовятся к запуску. Лейтенант, я тебя прикрою. Давай! Задача. Прикрыть лейтенанта Брауна при взломе системы. Придется подключиться напрямую. Нейропроцессор может накрыться. Спайдер, ты обязан выжить. У тебя дома жена и ребенок. Рекс! Если не выйдет, скажи им! Скажи, я погиб за свободу! Сам все и скажешь. Понял меня? Ладно, была не была. Так, я прошел первый уровень защиты микроботов. Давай. Ой. Сломываю привод. Еще минута. Ну, блять, это... Основа Far Cry 3, блять. Просто чел забуговался. Где? Лейтенант Браун под огнем. Дай, блять. Лезу в память.
Мне нужно время. Поехали, ребятки. Ох, хорошо. Ой, ребятки, не так быстро. Меня оружие, меня. Получилось, да! Задача провалена. Проверка. Координаты загружены. Спайдер, соберись, лейтенант. Что делать дальше? Черт! Вертодрон 7-3. Срочная эвакуация. Лейтенант Браун ранен. Вертодрон 7-3 уже в пути. Ракс, слишком много данных. ИИ поврежден. Кровь! Удар по штабу. Предстартовый отсчет. Скажи, что мне делать? Запуск идет автоматически. Найди главный пульт. Раз... Что? Разломай блок зажигания на пульте. Стреляй по мозгоблоку. Рекс, стреляй! Черт! Комп, где здесь пульт управления ракетой? Принято. Выделяю цель. Задача. Уничтожить резервный блок зажигания. Ракета готова к пуску. До удара продолжается. Отказ памяти в секторе Альфа-Альфа-Зума. Бать, где они? Мальчик, тебе хорошо? Отказ памяти. Корректировка отсчета. Запуска 30 секунд. Сектор Омега Чарли Зебра. Отказ памяти. Корректировка отсчета. Не, с пестом. Сектор Танго Хотел. Отказ памяти. Корректировка отсчета. Запуска 15 секунд. Сектор Сирийский Танго Фокстрот. Отказ памяти. Корректировка отсчета. Давай, я выжму. Я понял вас. Бля, дайте мне пулемет, пожалуйста. Дайте мне пулемет и все. Я буду счастлив, блядь. Получилось, да! Отсчет до удара продолжается. Отказ памяти в секторе Альфа-Альфа-Зула. Запуска 120 секунд. Сектор Гамма-Дельта-Дельта. Отказ памяти. Корректировка отсчета. Запуска 30 секунд. Сектор Омега-Чарли-Зебра. Отказ памяти. Корректировка отсчета. А ебать! Сектор Танго Хотел Оскар. Отказ памяти. Корректировка отсчета. Запуска 15 секунд. Сектор Виски Танго Фокстрот. Отказ памяти. Корректировка отсчета. Запуска 40 секунд.
Интересно. Управление зажиганием отключено. Отсчет остановлен. Отсчет остановлен. Отсчет остановлен. Вертодрон 7-3 на подлете. Говорят, на вкладке «Прогресс» удивитесь, вы можете узнать, как близко подобрались к получению особой награды. Если найдете ее, расскажите нам. Сука. Перезагрузка. Готово. Полковник, связь восстановлена. Спасибо, Дарлинг. Доктор Дарлинг. Доктор Элизабет Вероника Дарлинг. Полковник Слоун, это же мы, сержант Рекс Кольт, лейтенант Дити Браун. Ну, конечно. Что, они послали убить меня, вас? Вот кто, настоящие безумцы. Дарлинг, это два настоящих Марка 4, экстра-класс в прошлом. Я знаю, что случилось с вашим лицом. Да, плата за силу. Она злая, капризная стерва. Зато тигрица в постели. Сэр, что случилось? Нам сказали, вы дезертировали. Наверное, ошибка. Даже после ядерной бомбардировки Канады и захвата Австралии, мир полон пацифистов. Мы утратили ориентиры, господа. Наше правительство говорит о примирении с красными. Но я нашел способ восстановить баланс. Рекс, он точно псих. Что вы должны были сделать со мной и Омегой, а? Что известно в Вашингтоне? Простите, сэр, при всем уважении. И вы купились на их гнусную ложь? Очень жаль. Ты скачал мой сервер себе в мозг? Пошел ты! Я знаю, что ты задумал. Марки 4 всегда были слишком независимы. Какого хера? О, да! Любого можно укротить или заткнуть навсегда! Ты труп. В серию Марк 4 вложен весь мой боевой опыт. И знаешь что? Вот еще и мое благословение. Бля, жестко. Терновник, прием. Сержант Рекс Кольт? Кто это? Доктор Элизабет Дарлинг. Настроила связь, пока осматривала вас. Слоун перекрыл связь с терновником. Черт, что это было? Высылаю координаты укрытия. С чего мне вам верить? Я ненавижу Слоуна. Ладно, док, каков план? Действуйте тихо. Драконы плохо видят, но людей и киборгов едят только так. Что? Эй! Эй! Сканирую пещеру. Обнаружен выход. Задача. Карта. О, смотри, как карта. Ну, чуть подизменили, да. Чуть изменили, как Far Cry 3, по сути дела. Чуть с Far Cry 3. Понятно. Вообще на базу, блядь. Есть что-то еще. Выбраться. Внимание! Вы безоружны и совершенно беззащитны. Избегайте встреч с киберсолдатами. А это что за синяя дрянь?
Что за херня? Ёбаный. Доктор Дарлинг упоминала их плохое зрение. Советую пригнуться. Они излучают биорадиацию. Сканер откалиброван. Он сообщит об их приближении. Вот так, давай ешь. Молодец, не на что тут смотреть. Ебать, жестко хуйня. Это что еще за хрень такая? У них очень развито обоняние. Брошенное киберсердце может отвлечь дракона. Да. Это тебе. Задача. Идите к наблюдательному пункту. Стоит собрать побольше киберсердец. Пригнитесь, а то дракона услышат. Лови. Пиздец, ну красиво сделано, красиво. Ой, бля. А то дракона услышат. Помните, щит защищает от самих драконов, но против их термоядерных лазеров не выстоит. Против чего? Эй, чтоб тебе. Напоминаю, бросайте киберсердца в отмеченные точки. Взять. Твою мать. Ебать, сотренчи, все загрелись. Нам нагрянула Омега. Я же здесь без разрешения. Нет, они собирают всех специалистов. Тогда бегите. Нет, если хотите убить Слоуна. Захватите базы и снаряжение. В бункере обнаружено доступное оружие. Давай, давай. Ебать. Интересно. Ну
Лук. Задача. Включить киберзрение и отметить где он? Бойцов ого. Противника. Бля, он светится, ебать как... Бля, мне прям приятно, очень приятно это смотреть. Есть несколько способов освободить базу. Можно убить всех врагов на ее территории, заманить туда дракона или же отключить мега-щиты. Это сразу же привлечет к базе всех окрестных драконов. Да, а еще можно... Да твою ж мать, Ком, заткнись. Что хочу, то и делаю. Есть. Да, учтите, есть два способа отключить мега-щиты. С пульта управления или прямо у генератора. Кстати, его можно и взорвать. Бла-бла-бла, убить, бла-бла-бла. Тихо-тихо-тихо, мой хорош. Угу. Так, это типа аванпосты, поняли? Типа аванпост. Такая вот тема, блять. Бля, ну дракон это прямо тема еще там. Охуительная. Так, если отключить эту лазерную хрень, придут драконы? Да, отличный план. Тревога! Мега-щиты базы отключены. Док, в этом как, целы? Ох, пошло, родное. О, все прямо точь-в-точь, как я люблю. Бать, как? Бан. Вот это прокол. Бля, ты короче как поняли? Я так понимаю, это как животное в этом. Как животное в этом, блять. А, помните, в клетках сидели? В клетках сидели деревянных в Far Cry 3. Вот типа такого, я так понимаю, это. Бать, еще эти можно собрать. Ну, тут попроще будет, это попроще будет с этим. Кажется, все в порядке, сержант. Басисуп. Бля, басисуп валяется. Я выдвигаюсь. Координаты получены. Задача — встретиться с доктором Элизабет Дарлинг. Хорошо. О, смотри, это наши. Нормально. Проработано прям классно.
Так. Я сначала хочу все облутать здесь, подожди-ка. О, оружие. Но это не то, что у нас было, да? Мы, наверное, посмотрим, что вообще здесь. Он здесь ничего, просто переход, да? Ну да, грубо говоря, это просто вот переход такой. Причем самое интересное, когда примерно в том месте, где кейс, видите, кейс. Это примерно в том же месте, вот он подсвечивается на карте. Так, ну чё, поехали. Лови момент, и так далее, и так далее. Да, посмотрим. Задача выполнена. Все в порядке? А, да, спасибо. Что это за твари? Возможно, реликты мелового периода. Мы зовем их кровавыми драконами. Слоун пил их кровь, и она усилила его киберсоставляющую. Он пил их кровь? Вы шутите? Нет, сержант. Это была бы неудачная шутка. Кровь сделала Слоуна намного сильнее и уродливее. А зачем вы помогаете Слоуну? И зачем ему ракета? Не так быстро, сержант. С их помощью мы испытывали боеголовки с кровью драконов. Их? Есть еще красные копья? Сколько? Не знаю. Много. Думаю, Слоуну надоели эти испытания. Не хочу даже вспоминать, что эта дрянь делает с людьми. Поэтому он дезертировал. Слоун спятил еще раньше, сержант. Теперь у него есть ракеты, и одному богу известно, что он задумал. Что в шприце, док? Сила. Вы станете похожи на Слоуна. Только обойдется без побочных эффектов. Нет, док, не надо. Я дал клятву одной женщине. Своей жене? Нет. Это завет свободы. Побеждай без наркотиков. Ладно, так. У Слоуна три секретных объекта. Все крайне важны для его операции. Отправляю координаты. Свяжитесь со мной, когда будете там. Я сообщу подробности. Сделаю, док. А как же вы? Вы в безопасности? Ну, пока Слоун не знает, что я с вами. Удачи. Ого-хо. Красиво, красиво. Так, ну давай мы с тобой это оставим на следующую серию. Посмотрим, что у нас здесь. Уровень 1. Все, блядь. Навыки. А ну это нахуй вообще не интересно. Сохраняем игру с тобой. Давай мы с тобой на этом закончим. После освобождения базы открываются дополнительные задания в зале приключений. Оправдаем надежды фанатов.
вперед! Смотри, куда стреляешь! Подожди-ка. Как мне купить-то? Я хочу купить, примерно, ну и... Как купить-то? Я хочу купить. Алло. Да, вам стоит на этом закончим. Вот такая серийка была. Довольно-таки длинная. Посмотрите, за рубля мне нравится. Пиздец, охуенная прям игра. Прям нравится. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайтесь на канал. Тебе тоже мне приятно. Спасибо огромное, кто это делает. Все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.